Эфирде тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларды чагылдырган пирамида патруль программасы саламатсыздарбы. Таштандылар, семиздер, кыйшыктар. Мына ушундай оозго алгыс сөздөр менен масабалында унаа башкарып ара жатып кармалган айдоочу кайгуул кызматкерлерин сөккүк алды. Мунусу аз келгенсип, камера болбогондо айлаңарды алты кетирет элем деп тартип сакчыларында коркутканга үлгүрдү. Окуяга кесиптешим Аден Турузбеков кененирээк токтолот. Кайгуу милициясы менен рейд учурунда жүргөндөр рацияга телевидениянын жардамы керек деген билдирүүчөт. Аталган жайга барганда көп кабаттуу үйлөрдүн короосунда болуп жаткан талаш тартышка күбө болдук. Анда окуяны ирет менен түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Я не знаю. Еще раз меня дёрни. Смысле? Армах. Инспектордун айтымында бул орто курактагы адамды мас абалында унаа башкарып баратканда кармашкан. Это не моя машина. Это не моя машина. Нету ключа. Вот, нету ключа. Флекпайки, у меня ключи. Я забыл, когда вы уже спустились с байка. Вот он же снимает же. Ну, конечно, все снимает. Моя камера тоже вас снимает, пайки. Давайте не будем так. Вы, когда камеры не было, сотрудников избили, конечно. Избили? Руку подняли, обзывали его. Ты мужик? Я мужик, конечно. Если ты мужик, так не говори. Руку поднимали на сотрудника? Я на тебя поднимал руку. Поднимали же. Вот вы. Вы вот такие щеглы, мусора, вы чё вы, да? Страдаете. Да, я лично не моя машина, мне. Да мне, блядь, не моя машина. Ты снимай. Не моя машина. Вот тут просто хорошо выяснили, чья машина, выяснили, нормально все, отпустили. Ну не моя машина. А чья машина? Жены машина? Вы меня сейчас закроете, нет. Ошондон бери алышып шек жараткан айдоочунун наркология борборун алып баруунун амалын издеп жатышыптыр. Жол сакчылары сылык кайрылып, суранып, жалбарып жатышып, унаага түшүрүп ал жака бет алышты. Наркологияга тез эле жетип келдик. Ал эми айдоочу белгисиз адамдарга чалып сүйлөшүп жатты. Бирок чубактын чуусун салып, чаң топоон салбастан сыра ичкенин дароо мойнуна алды. Анан ал камера тартпаганда силердин ишиңерге жолто болмокмун деп ачык эле айта кетти. Да. Ну он так снимает аж, да? Самому смешно. А почему коррупционеров не снимают, а снимают только нас? Он только что просил 2000 сомов. И он 2000 сомов просил. Всего-то? Ну, это же мелочь. Мелочь, да? Но они же мелкие же. Они же только молодые еще. Они еще не пузатые. Не миллион же, что-то. Если бы миллион, другое дело, то прям где-то... Они же это же, не ты же все равно. Просят все равно. Изначально меньше. А ты давай. Положите, а мне, положите. Все равно, да, мусора есть мусора. Базара ж нет. Вроде молодые пацаны, а уже мусора. Не пузатые.
Бир маалда окуя ортолоп калганда айдоочунун жубайымын деп бир айым пайда болду. Саркет шым кийген бул жаран инспекторлордун иштерине тоскоолдук жаратып, унаасын айып короого токтотпоо аракетин жасап көрдү. Нет. Пожалуйста, не мешайте. Нет. Я не буду вам мешать, но так не пойдет. Как не пойдет? Ну это неправильно. Почему? Потому что вы пренебрегаете своими. Байки, не мешайте мне. Я буду вам мешать, пока вы не предъявите мои права. Почему? Я припаркована во дворе, вы забираете. Вы лично мне дали? На руку дали? Вы у меня из книжки забрали. Нет, когда я забрал? Вы у меня из книжки. Моя машина была припаркована. Я в 7 часов приехала там. Нет, Байке, так не пойдет. Подходите, нет, так не пойдет. Убейте. Подходите, Дико. За что? Подходите, Дико. Так, да, делайте. Подходите, Дико. Нет, нет. Вы мне предъявите мои права? Нет, Байке. Пожалуйста, середины ночи. Дико, середины ночи мы не играем, Дико. Я тоже не играю. Юшка, пожалуйста. Мои права? Не мешайте, пожалуйста. Покажите мне, я вас отпущу. Ваши мои права там, вы мне когда достали, права. Дали мне техпаспорт. Там был только техпаспорт. Пожалуйста. Вот, ваши права там. Не мешайте, не мешайте. За что вы так делаете? Не мешайте. Вот так, можно? Это моя машина, она оформлена у меня. Она оформлена? И что, они вот так заберут мою машину? Она оформлена на меня, я никто, блин, это моя машина. Байке, реально, они вот так заберут у меня машину? За что? Ура. За что? Я, Сувай, она... Сувай, 34 патрука, она муну, чарпусам муну. Это моя машина, она оформлена. Зачем мне? Потому не, что она не, оформлена. Не вижу, я была за рулем этой машины. Байке, пожалуйста, они что, вот так заберут мою машину? Юшка, не надо, не надо, зачем же это? Почему вы похищаете? Вы похищаете мою машину? Вашу машину никто не похищает. В смысле вы похищаете? Машина ваша наша. Это моя машина, я была за рулем этой машины. Это нечестно. Там вообще стыдно. Погасите, пожалуйста. Ну это же нечестно, согласитесь. Не вы же были за рулем. Я же была. Ваш супруг был за рулем. Покажите мне. У меня нет супруга. Покажите как мне документ. Как нет супруга? Он телег же ваш нет, супруг. Где телег? Он же наш. Он же наш. Ортого кал сөзүн айтып, баары бир силер күнөөлүүсүңөр деп сарке чайында сооротуп жаткан адамдар дагы пайда болду. Акыры жол сакчылар унааны айып короого айдап жөнөштү. Я ее купила. Вы по-любому не правы, да? Эй, өпке. Я хочу сесть. Не надо садиться. Зачем? Я вы же сесть. Не вы же водителем были. Я хочу сесть. Не надо, лучше домой идите. Хорошо, я припарковала. Пожалуйста, попросите погасить. Вот эти. Нет, а он нет. Тогда я сяду. Машина оформлена на меня. Я понимаю, но водитель же не вы же были. Я правильно? Была водителем. Ваш я была водителем. Нет, я была водителем. Пожалуйста, я сяду за... Рядом. Не надо зачем садиться? Я сяду. Вы лучше домой зайдите. Нет, зачем я зайду домой? Да. Это моя машина. Я сяду. Блин, пожалуйста, не снимайте его. Зачем вы вот так унижаете людей? Вас и так достаточно унижают. Зачем вы людей унижаете? Я не оскорбляю, не унижаю. Вот зачем он вот так делает? Это его работа? Пожалуйста. Ну это моя машина. Я не отпущу. В смысле? Это моя машина. Ты поняла? Что же сейчас на экспертизу пойдешь там? Положить, не выйдет. Да ничего не выйдет. Нет, выйдет. Нет, я пойду. Это моя машина. Я ее жо байке, мен сизге айтып атам да, мыйзам чегинде. Машинудан оштрафную стоянку водитель находился в нетрезвом состоянии в момент остановки. Сопротивлялся, да? Вот что он делает, а? Вы просто похитили у нас машину, да? Только мыйзам чегинде. Вообще, красавчики, менты похитили машину. Мусора же, они же мусора же. Давай, все хорошо. Все хорошо. Что это, у нее ключи? Не. Она говорит, ее били и забрали ключи. Вот этот толстый, говорит, что ты снимаешь? Снимай.
Бул жерден шек жараткан айдоочу милиция кызматкерлерин мусорлор, семизсиңер, кыйшыксыңар деген сыяктуу сөздөрүн токтоткон жок. Кыскасы тартип сакчыларынын айласын алты кетирип шайын оодарды. Я не поставлю никакой рот. Вы угнали просто лайку. Как кто угнал? Я не знаю, кто угнал. Вот тос и угнал, блядь. Анан инспекторлор тарабынан толтурулган айып кагаз менен таанышууга чакырганда менин укугум бар деп кол коюудан баш тартты. Ал мен силердин үстүңөрдөн арызданам. Унааны мен айдап бараткан эмесмин деп так секирип жатты. Я это. Там протокол записывать на вас. А, нет, я же имею право. Ну, данные скажите. Бир урушуп, бир жараш олтуруу аягы инспекторлорго ишеним көрсөтүп, дос табылып алганга жетишкен экен. Анын бирин учактап сүрөткө дагы түшмөк болду. Кыскасы окуянын аягы фотосессия менен бүттү. Давай вместе на камеру засы. Милициянын кайгуул кызматы күнү-түнү өз кызматын аткарып келет. Алардын күзөтүү бир күнү жогоруда көргөндөй ызычуу менен өтсө, кайсы бир күнү тартип бузгандар аз болуп тынч өтөт. Сиздердин назарыңыздарда кайгуул кызматынын күнүмдүк ишинен үзүндүүлөр. Талас облусунун Бакаята районунун ички иштер органы дайынсыз чогулгон 1990 жылкы Токталиев Кубат Пурканович издөөгө көмөк көрсөтүүнү өтүнүшөт. Бул жаран Талас облусунун Бакаята районунун Маданият айылынын Казак көчөсүнүн номер 29 үйдөн үстү-үстөгү жылдын 24 майында чыгып кеткен боюнча дайынсыз болууда. Белгилери бою 175-180 сантиметр, чачы кара кыска. Башына кара күрөң түстөгү баш кийим, кара күрмө, астына спорттук карашым, бутуна күрөң түстөгү бут кийим кийип чыккан. Эгерде кимдир бирөө бул жаранды таанып, анын азыр кайсыл жерде экенинен маалымат болсо, байланышка чыгып коюңуздарды өтүнөбүз. Байланыш номерлери 0707-13-13-96, 0701-60-16-29, же болбосо 102 номеруна байланышка чыкса болот. Здравствуйте, Рафат Садров. Здравствуйте. Как вас? Подполковник Колесников. Отлично. Ну, забыли, наверное, пара, да? Выезжал. А, заправки возможно. Где работает пенсионер? Как вас? Все, я бы... Я думаю, легко. Я с заправки просто выскочил сигареты купить. Не потравляешь как-то? Нет, ни в коем мере. Подполем? Все хорошо. Все, давай. Там мне говорят. Жолагам байке, систем эмет деле болду. Все, байке. Сигар деле түшүнөм. Все, арзол байке. Байке, тарымас. Жумуш, кызмат байке. Донерден чыкканбыз сразу эле бирден. Бирбегат. Жок, чыктак бирден эле көрүп текширгенер болот. Эмне эрге эле? Анабы. Эмге? Эле шу. Тагай атан деди. Бериңиз. Рахмат. Эгер
Эгер сиздер ушул сыяктуу жана башка окуяларга күбө болсоңуздар, төмөндөгү номерге байланышып, же болбосо биздин WhatsApp номерибизге фото, видеолорду жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми бул чыгарылышты сиздер Пирамида Чекит KG сайтынан жана ошондой эле Facebook жана YouTube социалдык баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Кийинки эфирге чейин сак саламатта туруңуздар.